Мої вітання! Ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». У студії працює Настя Вяткіна. Сьогодні у програмі вражаюча прем'єра в оперному театрі та зустріч з людьми, які допомагають дітям розкривати свої таланти. Не перемикайте! Казку можна прочитати, побачити у мультику чи у фільмі, але відчути себе у казці можна лише в театрі. Принаймні так стверджує наша журналістка Настя Садома. Вона побувала на прем'єрі балету «Снігова королева» у Харківському театрі опери та балету. А ще зазирнула за куліси і поспілкувалася з артистами, які створили на сцені справжнє диво. Мне не бывает ни скучно, ни весело. Это хорошо. Хорошо, когда нет никаких чувств. Ни любви, ни тревог, ни волнений. Покой и ясность. Займись же делом, которое я тебе поручила. Казку Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева» знає весь світ. У Харківському театрі опери та балету розповіли її чарівною мовою музики та танцю і запросили на прем'єру. Жив був троль, злющий-призлющий. Коли він був в особливо гарному настрій, то створив дзеркало, в якому все добре і прекрасне зникало, а погане здавалося ще гіршим. Задумка показать этот спектакль? Мы очень тесно работаем с одним из импресарио из Бельгии. Вот. И когда мы определялись о следующем проекте, после оперы «Кармен» и после «Кармины Бурана», это взрослые спектакли, мы остановились на том, что было бы интересно показать что-то такое общее, что знают и наши дети, и дети из Бельгии. И мы определились на этом сюжете, на «Снежной королеве». Те, що відбувалося на сцені, було схоже на новорічне диво, якого ми, діти, завжди так чекаємо. Я ніби потрапила у справжню казку. Артисти у надзвичайно красивих костюмах, легкими витонченими рухами розповідали нам дивовижну історію про снігову королеву, Кая, Герду, про любов та вірність. І якщо у Андерсена снігова королева розтанула, то в балеті вона перетворилась на людину і навіть закохалась. От це моя така придумка була. Мені дуже хотілося, щоб вона стала чоловіком і познала якесь щастя чоловічеське. Так что Ганс Кристиан Андерсен меня простит, я думаю, так точно, потому что он тоже, наверное, думал об этом, но не успел. Тебе більше всього понравився? Снежна королева. Тебе понравилось? Ну, класно, я такого не видела. Хорошо. Что тебе больше всего понравилось? Какой герой, может, запомнился? Ну, мне запомнился Кай. Хорошо, что... Ну, классно вот это выступало. Музыка.
такие красивые цветы. Кому ты их подаришь? Снежной королеве. Оно тебе понравилось? Да. А почему? Потому что у меня было красивое платье очень, корона. Мне понравилась эта Герда и Кай. А почему? Ну, потому что добро побеждает зло. И потому что Герда очень красивая. А коли вистава закінчилася, ми пішли за куліси, щоб поговорити з творцями казкового дива – балету «Снігова королева». Поставила цей спектакль на сцені Хнатобу відомий київський режисер Алла Рубіна. Головні ролі в виставі танцюють провідні актори театру. Да, достаточно интересно было работать, потому что как бы начинают открываться такие внутренние качества, которые в связи с тем, что мы уже не дети, как бы они притупляются, да, со временем жизни, и как бы вот вся эта такая наивность, искренность, то есть приходилось как бы думать действительно как бы вот детскими глазами. Вот Артему Каю, да, в тот момент, когда он превращается как вот стекленеет, да, в льдинку, когда вот он собирает как бы, ну, для человека все равно, он же живой человек, для него не присущи эти стеклянные движения рваные, то есть как бы это тоже была какая-то сложность, вот как ты не живой. Вот как показать, что у меня живые только глаза зрителю? Специально для программы «Тип-топ новости». Расскажите о своей героине. Героиня сказки Андерсена «Снежная королева» – это персонаж, который интересен и детям, наверное, вот, и, может быть, и взрослым также, необычен. Она, как описано в либретто, в сказке, она вся изо льда, платье ее сотканное из снежинок, переливается из кристаллов. И сама она – образ совершенства. Но вот очень завораживает глаза. Если кажется, что она должна быть холодная, вся вот как бы действительно из льдинок, на самом деле глаза у нее настолько живые, что никто не может понять, что происходит на самом деле в душе, собственно, Снежной королевы. Дмитро Морозов – диригент театру. Людина з чарівною паличкою. Він називає її диригентською, але я переконана, вона чарівна. Один помах і народжується музика. А сколько у вас инструментов в оркестре? Ой, сегодня у нас большой состав оркестра, работает около 60 человек. Это для большого состава написано, балетного. Мы выучили это сочинение вместе с оркестром за 12 дней. Это рекордные сроки, потому что по сложности этот балет по оркестровой ансамблевой сложности не уступает таким выдающимся шедеврам, как Чайковского «Щелкунчик» балет. Именно по сложности. Відразу після прем'єри «Снігова королева» вирушила до Європи у гастрольне турне. Думаю, успіх виставі забезпечений. І європейським глядачам вона сподобається не менше, ніж харків'янам.
Настя Садома, Тіп-Топ новини. Дітей без таланту не буває. Ви згодні? Я так. Просто потрібно знайти собі талант і розвивати, як це роблять учасники пісенного фестивалю «Вінок Слобожанщини». Ви гарно співаєте і хотіли б в ньому взяти участь, тоді не перемикайте. Привіт! Знаєте, хто нас сьогодні в гостях? Люди, які запалюють нові зірочки, організатори фестивалю «Вінок Слобожанщини» Олександр Бондаренко та Юлія Середа. Що таке «Вінок Слобожанщини»? «Вінок Слобожанщини» – это вокальний конкурс в городе Харкові, который мы организовали. Это будет 13-й конкурс на нашем счету. Традиционно мы проводим два конкурса в год. Один конкурс мы проводим весной, в апреле месяце. Второй конкурс мы проводим зимой, посвященный Дню Святого Николая, в декабре месяце. Ну, традиционно получается, что День Святого Николая в этом году совпадает с числами 19 и 20 декабря. Собственно, и в эти числа мы приглашаем всех вас на наш конкурс. Венок Слобожанщины. Почему именно венок Слобожанщины? Потому что это как символ, объединяющий песенный круг наших участников. В нашем конкурсе есть несколько номинаций. Хоры, ансамбли, солисты, эстрадники, академисты. Ну, собственно, весь спектр вокального искусства. А кто может стать участником фестиваля? Участником фестиваля может стать любой желающий, кто чувствует в себе силы и кто хочет научиться вокальному искусству. Двери, собственно, открыты всем. Для этого необходимо зайти на наш сайт, посмотреть условия подачи заявки и делать заявку и приходить к нам на конкурс. А есть переможці конкурсу, які вже стали зірками? Да. Всі наші победители нашего конкурса, все подтверждают высокий статус нашего конкурса. Все обладатели гран-при, я сейчас имею в виду. Каждый из них избрал профессиональную карьеру музыканта. Много победителей поступило в музыкальные училища разные, в консерватории. Ну, а из таких звезд, которые мы видим по телевизору, у нас есть финалисты «Голоса» Диты Мария Кондратенко и финалисты «X-Factor» Анастасия Иванова. И та у нас обладатели гран-при. А что будет нового на 13-му конкурсе «Венок Слобожанщини»? На каждом конкурсе мы стараемся вести что-то новое. То есть каждый конкурс – это конкурс-сюрприз. А в прошлом году у нас были хоровые коллективы, то, что никогда еще не было у нас на конкурсе. А в этом году мы с Сашей подумали, что такие талантливые, замечательные дети не рождаются у неталантливых родителей. И каждый ребенок, скажем честно, это воплощение мечты его родителей. И поэтому мы даем возможность в этом году талантливым детям с их не менее талантливыми родителями выйти на сцену и воплотить мечту родителей. Я призываю вас, дети, пожалуйста, выйдите на сцену, выведите своих родителей. Они так хотят этого. Вот для этого создана номинация «Зіркова родина». Приходите к нам всей семьей, с бабушками, с дедушками, с дядями и тетями. Дякую за цікаву розповідь. Я бажаю успіху вашому фестивалю. Дякуємо тобі і до зустрічі на фестивалі. На сьогодні все. Зустрінемось через тиждень. Ви вже почали готуватися до зимових канікул чи новорічних свят? Знайти чудові ідеї ви завжди зможете на нашому каналі в Ютубі TV Тіп-Топ News. Я Настя В'яткіна і уся команда Тіп-Топ Новин кажемо вам до побачення, до нових зустрічей! Програма виходить за підтримки Харківського театру для дітей та юнацтва.